Город в красках – проект Артема Афонькина. Его идея в том, чтобы раскрасить трансформаторные будки. Официальное граффити – явление для Сарова новое и пока непривычное. Поэтому инициатива вызвала большой интерес у горожан. Первым объектом проекта стала будка на Некрасова, 5. Художник Антон Климов украсил ее кадром из документального фильма «День войны». Здесь красноармейцы кормят маленькую девочку. Ну, как-то так зацепило вообще эту фотографию. Снова дети просто. Несколько раз, выходя на сцену, сам свою также примерно кормил. Поэтому вот что-то вот как-то решил так. Ну и детская площадка, здесь не хотелось никаких военных действий изображать. Антон рисует с детства. Он работал в разных техниках – стрит-арт, аэрография, живопись. На создание граффити у молодого человека ушло около 5 дней. Вместе с подготовкой я стену сам грунтовал и красил еще сначала в белый цвет. Просто потом вот нам тут Олег Николаевич Бабушкин помог с наметкой. Еще 2 выходных я основные тона нанес, и там же следующую неделю еще 2 выходных я так уже доделывал последние штрихи. В художественной школе основам граффити не учат, но тем не менее знания, полученные там, помогли Антону в работе. Как и фотографии саровчан, которые снимали рисунок в процессе. Хотел бы преподавателей своих поблагодарить, там Паточка Олег Анатольевич, Татьяна Юрьевна Поль, Татьяна Юрьевна Швачко. Опираясь на вот их советы, надо было разобраться со светотенью, какой-то порядок в работе навести. Должно быть что-то главное, что-то второстепенное, там по планам, кто ближе, кто дальше, чтобы она как бы воспринималась цельно. Помогали, кстати, люди, кто фотографировал с верхних этажей, что-то такое интересное, получался ракурс. В общем-то, на неделю видел эти кадры и понимал, какие-то ошибки даже свои находил, в общем-то, пытался исправить потом. В следующем году автор проекта Артем Афонькин планирует преобразить еще несколько городских объектов. Все будет зависеть от желания саровчан и разрешения администрации. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24.